Закладка памятной аллеи – событие особое, и без концерта тут не обойтись. В программе 12 номеров, песни военных лет или просто любимые народные, как «Рокот космодрома» в исполнении мужского вокального ансамбля Краевой филармонии. В зале все, кто глубже многих проникается такой лирикой – ветераны Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Мы помним, что наша независимость, наш суверенитет и наша свобода, она периодически требует того, чтобы отстаивать ее буквально с оружием в руках. Наши слова благодарности и признательности будут звучать, я думаю, всегда. Кроме ветеранов, на концерте участники патриотических и военных организаций. На улице перед лунками репетируют установку табличек курсанты летной школы имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова. А вот право высадить один из первых саженцев, так называемое «дерево мира», удостоен 98-летний участник Великой Отечественной войны Семен Петрович Толмачев. Ему помогли ученик школы-интерната первоначальной летной подготовки и губернатор края. Вместе подъем. Аллея сильных – это пока всего 5 деревьев, 4 – алтайские ели. Кроме дерева мира, другие 3 олицетворяют подвиги участников различных войн, в том числе героев специальной военной операции. 5-й саженец – самый маленький – крымская сосна. Ее нашему региону подарили в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией. Дерево посадил Виктор Томенко. Мы за ней будем ухаживать, поэтому я думаю, что она к следующему году уже подрастет. Причем растет по 30 сантиметров каждый год. Вот так было написано. Но не знаем, насколько реально это в наших условиях. Я не только увидел, я еще и поучаствовал в посадке дерева. Это замечательно, что такие мероприятия проходят. Это здорово, что мы сегодня помним, чтим наших героев, которые прошли службу, которые оставили свои жизни. Деревья в сквере – это не только напоминание потомкам о подвигах защитников Родины, но и часть оздоровительной программы, реализуемой в госпитале. Хвойные эфирные масла помогают очищать воздух. И, возможно, аллея сильных прибавит сил и пару лет жизни пациентам госпиталя ветеранов войн. Елена Макаренко, Дарья Ерошина, Андрей Печоркин. День с толком.